давно известно, что на стопах человека расположено очень большое количество рефлексогенных зон, которые отвечают, ну, практически за работу всего организма. Не бойся, не бойся. Так. Так, после этого... Щебенка. Вот такая мелкая галечка. Приятно очень. Приятно? Ну, видите как. Главное, чтобы ребенку хорошо было. Вот. Шагу. После этого более крупный керамзит. Ой, шуршит-то как. Так, а это что у нас? А это крупная галька. Не больно, Марус? Чуть-чуть. Терпи. По одной минуте в каждом из этих тазиков. И для здоровья ребенка это очень хорошая подмога. Я вот хотел спросить у Валерии, готов ли ваш супруг и вы хранить дома, найти место, чтобы хранить такие очаровательные тазики? Может быть, и место можно найти. Но мне кажется, вот все это развлечение с галькой и песком на неделю. Мне кажется, чтобы терпения просто у взрослых не хватит каждый день вот это все сооружать тут. И вот для таких нетерпеливых взрослых есть замечательное средство. Так. Компактное, недорогое, а главное, не менее полезное. Так это же другое дело. Оп. Ну так. Вот нам это больше. Можно потрогать? Ну, отлично. Ну что, Марусь, попробуешь? Опять разуваться сможете? Да. Ну, Марусь, давай еще раз. Ну что, топай. Не очень приятно ходить по этому. Не очень приятно? А по песку, по камешкам было приятней? Да. Так. Ну так, что родителям придется задуматься, что приятнее, что выбрать, когда приятно им или приятнее ребенку. Существуют разные виды этих ковриков. Бывают с камешками разной величины, соответственно, начиная от очень мелких, заканчивая крупными. На самом деле сделать такой коврик можно и самому. Совершенно легко. Для этого кусок ткани покрывается клеем, и на этот клей бросаются камешки, они прилипают, и в дальнейшем можно, в общем-то, совершенно спокойно использовать такой самодельный коврик. Мы, конечно, не будем тебе дарить то, что тебе понравилось больше. Да. Но мы тебе подарим вот этот вот коврик, пожалуйста. Постели его при входе. Вот как в комнату к тебе заходишь. И чтобы не только ты и мама. И у тебя братья и сестры есть? Два брата. Два брата-акробата. Чтобы они тоже ходили, ходили по коврику. Это тебе. И будь здорова. Будь здорова, укрепляй иммунитет. Прошу, Марусь. Ну что же, мы сегодня вместе с вами укрепляли иммунитет. И в рубрике «Качество жизни».